Цимертау за сутки произошло две чрезвычайные ситуации. Одна из них случилась 16 августа по адресу проспект Металлургов 5/2. В 12:08 в дежурную часть управления по чрезвычайным ситуациям города поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме. По прибытию сил и средств департамента установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси во втором подъезде пятиэтажного жилого дома. Все экстренные службы, все государственные органы были задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации. Проведено внеочередное заседание городской комиссии по ЧС, на котором даны были поручения руководителям государственных органов и учреждений, организаций по оперативному принятию решений по ликвидации данной чрезвычайной ситуации. В результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и плит перекрытия между этажами. 4 человека пострадало, 3 выписали под амбулаторное лечение. 1 находится в центральной городской больнице города Темиртау в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия находились аким города Кайрат Бегимов и заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Дом восстанавливаться будет за счет бюджета, и все средства будут в полном объеме материально уничтожены. Мы уже приступили к соседнему дому 5/3, там в 6 квартирах взрывной волной выбило стекла, видели сейчас замеру, в течение пару дней стекла будет восстановлено. На данный момент жители из всех подъездов дома эвакуированы. Потерпевшим оказана вся необходимая помощь. Часть людей разместили в общежитии Темиртауского высшего политехнического колледжа, а часть решили разместиться у родственников. Акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба. В настоящее время специализированными организациями проводится техническое обследование. Ночью 17 августа произошла еще одна трагедия. В 12:00 на линию 101 поступило сообщение о пожаре, на этот раз по проспекту Металлургов 4. 00:05 к месту были высланы подразделения ДЧС Карагандинской области. По прибытии к месту было установлено горение электробытовой техники, вещей и мебели БУ, деревянных и оконных блоков, а также деревянной обшивки балкона на общей площади 58 квадратных метров. 1:30 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Как сообщают сотрудники противопожарной службы, пламя было сильным. Одному из сотрудников пришлось спускаться с балкона 10 этажа по тросу, чтобы ликвидировать возгорание. Входная дверь была настолько прочной, что мы не смогли открыть ее имеющимся оборудованием. Мы спустились с 10 этажа вместе с высшим руководящим составом и тушили пожар. По обоим случаям на сегодняшний день ведется следственная экспертиза. Причины возникновения двух чрезвычайных ситуаций пока неизвестны. Ольга Цуканова и Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.